Опять не там копали. Техника Наринмар-Укргаза в очередной раз повредила водопровод, оставив на несколько часов без удобств поликлинику, скорую помощь и 10 жилых домов. Инцидент произошел вчера во время земляных работ в районе городской автозаправки. К слову, с начала года это уже 8-й случай, когда газовики повреждают инженерные сети. Мэрия города сообщила, что без воды остались городская поликлиника, скорая помощь, первая баня, а также 10 жилых домов. 9 из них расположены на улице Первомайской, 1 на Ненецкой. Сигнал о том, что водопровод поврежден, поступил в 15:30. Спустя пару с небольшим часов инженерные сети были восстановлены. Работы по устранению аварии выполнял Укргаз своими собственными силами под руководством работников по КТС. А с чем это связано? Это непрофессионализм или это просто незнание? Это невнимательность. Это невнимательность. Вот это все-таки город, и в городе, на территории города очень много сетей, трубопроводов, поэтому нужно вот такие работы проводить очень осторожно. Напомню, в начале июля специалисты Наринмар-Укргаза во время своих работ повредили участок водопровода на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Тогда без воды остался почти весь город. После этого губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин направил обращение в прокуратуру и Ростехнадзор с просьбой провести проверки деятельности Наринмар-Укргаза.